Всем привет! Я всегда считала себя ценителем эстетики и вообще человеком, который стремится ко всему красивому, любит красивое, замечает эту красоту. Но также я всегда любила и люблю естественность. Меня отталкивает все искусственное, начиная от внешности людей, девушек и заканчивая деталями какими-то в творчестве, в фильмах, в книгах, в интернете, во всем. Я считаю, что эту искусственность и показушность легко распознать, но оказалось, не все люди такие. Если бы каждый знал и видел, что стоит за идеальными снимками в аккаунтах у блогеров или за этой идеальной внешностью девушки, я думаю, не было бы столько комплексов у девчонок и вообще столько проблем современного мира. Так вот, я веду к тому, что есть эстетика, а есть показуха. Есть стремление окружить себя красивыми, приятными вещами, которые радуют глаз. И каждый день в обычной будни, в своей обыденной жизни сталкиваться с красотой, уникальностью, вдохновением. А можно всю свою жизнь превратить в показуху, создать имитацию красивой жизни или имитацию интересных необычных вещей. Скорее всего, там, где будет показуха, там и будет хвастовство, зависть, желание вызвать зависть у других людей. И в моем понимании показуха, она убивает всю душу в вещах, во внешности, вообще в жизни. Смыслом жизни становится показать себя другим лучше, чем ты есть, круче, чем ты есть, чтобы вызвать у них зависть. А стремление к эстетике – это когда ты творишь уют, наполняешь свою жизнь уникальными, вдохновляющими, как я уже говорила, вещами. При этом ценишь уникальность и первозданность всего. Не пытаешься ничего трансформировать до неузнаваемости, улучшить до псевдоидеального состояния, потому что наша жизнь, она несовершенна, она не идеальна. Это нужно уважать, это нужно понимать и не накладывать на нее никаких шаблонов. Нормальный здоровый человек со здоровой психикой всегда будет стремиться быть лучше, быть красивее, быть опрятнее, быть успешнее. И все это нормально. Но, как я уже говорила, важно ценить естественность, принимать ее. Не вымучивать из себя ничего искусственного, не притворяться тем, кем ты не являешься. Я всем желаю стремиться к эстетике и быть как можно дальше от показухи. Спасибо, что посмотрели. Всем пока.